Привет! Ну вот, программа в 21, она уже в эфире. Сегодняшняя программа происходит при елочке. Наш директор, наш оператор эфира Елена Пинчук спросила, не убрать ли нам елочку. Я сказал, что не хочу. Почему не хочу? А с бассейной нужно убирать, потому что она еще живая, я регулярно подливаю туда воды. И пускай она живет, сколько ей нравится. Только потому, что принято убирать 13 числа елочку. Кстати, это вовсе не елочка. Это просто веточки сосновые. Просто мои соседи по даче залупили сосну. Я подобрал ветки, вставил их определенным образом. И, собственно, дерево еще некоторое время живет. И радует меня. Так, Саша Тарновская, Лена... Ирина Шендлер, отлично. Татьяна Егорова, Александр Лановой, Елена Солнцева. Вы с нами. Леонид Матчаный. Все, наши ряды пополняются. Мария Горбач. Горбач. Так, Мария, ты видишь, что у меня на груди? Для тебя специальный знак. Угу. Приснилась. Хорошо. Она написана, что присоединилась. А больше чего не написано. А что на груди мне она не заметила. Так, хорошо. Геннадий, Михайлов, Андрей Дубейский. Приветствую вас, друзья. Так вот, о чем мне хотелось с вами поговорить сегодня. И, во-первых, я по вас очень соскучился. Я надеюсь, что вы друг по другу тоже вот соскучились, когда вы пишете там приветы всякое разные. Вот друг другу тоже пишите, будет здорово. Как бы мы оба все вместе в аудитории. Представьте, что вы сидите и там между собой еще перемигиваетесь. Вот здорово, правда? О чем я хотел поговорить сегодня? Песня не поместилась, название песни не поместилось на этой хлопушке, которую на наш оператор эфира. Что? Ага, наш оператор эфира написал, там быть хорошим, я же не хочу, быть хорошим не хочу. Понимаете, какая штуковина, жизнь такая, как-то складывается она у нас у всех, вроде бы дано всем все. Родились, там Всевышний дал солнце, небо, свет, воду, человечество изобрело краски, коньки, лыжи, музыкальные инструменты, делай, что хочешь. А оказывается нет, вот как только ты родился, тебе обязательно... На горшок, в детский сад на каторгу. Ты не хочешь, то иди. Говорят, спать, когда ты не хочешь. Ты должен есть то, что ты не хочешь. В общем, какое-то количество лет 6 ты должен отдать этому. Какая-то тетка на тебя дура орет. Понимаете? Ну, в общем, каторга. Первые 6 лет детского садика ты пропали в жизни. Самое прекрасное. Ладно, пошла школа. В школе то же самое. Какая-то дура орет. В тебя втюхивают какие-то знания, то есть даже не знания, а дезинформацию. Потом ты узнаешь, это была дезинформация, например, та история. Эти скатывались, эти героически отступали, эти трусливо нападали. В общем, чушь собачья и полная лажа. Ладно, в тебя впихивает эта зубрежка, ты 10 лет зубришь то, что тебе, может, в жизни никогда не пригодится. Ладно, черт с ним, поступаешь в институт. Ну, может, это для меня это было самое лучшее время, это... театральный институт, потому что нас там учили, хоть было очень трудно, но учили тому, что в жизни пригодилось. Но в основном институты учат тому, что нафиг не надо. В жизни не пригождается, и на практике тоже не нужно. Армия. Парни. Понимаете, шутка армия. Объяснять не нужно. Квадратное перекатываем, круглое переносим, едим баланду какую-то, строимся непонятно зачем, бежим куда, зачем, почему. Ну, и застегнуты вот так вот. Потому что, ладно, вот отслужу, все, дальше жизнь пойдет нормально. И вдруг, выходя на гражданку, понимаете, что не пойдет эта жизнь нормально. Каким-то образом человек втягивается в какие-то дела, какие-то обязательства, на него нанизывает близкие, далекие, начальство, родственники, и куда-то надо ехать, когда тебе не хочется ехать. И добывать какие-то предметы, платить какие-то когда ипотеку, кредиты и так далее. И всем от тебя чего-то надо. Никто не оставит тебя в покое, что ты посидел там и просто посмотрел хотя бы один раз на закат спокойно. Или выспался по-человечески. И выходных у тебя-то нету.
Вот, наверное, в таком состоянии я написал эту песню давно. Я слишком много говорю, но вы думаете, что эта песня вам понравится и пригодится. Песня называется «Быть хорошим не хочу». Вы готовы? Вот. Так, начинается радостно. Расстаемся с тобой. Я плохой? Я плохой. Этот мир на двоих, он теперь только мой. Я иду, куда хочу, на концерте приторчу, и с друзьями выпью пиво, на гитаре побрычу. Я решил, пусть будет так, я пью сплошной бардак, или просто буду трезвым, трезвым буду, как дурак. Почему не учат нас, что плохим быть так кайфово? Новый профиль и анфас родился как будто снова, снова. Быть хорошим — это рок, будто в школу на урок. Это будто бы условно, ты всю жизнь мотаешь срок. Ты хороший, ну и чё? Вот тебе лямка на плечо, вот тебе норма, вот тебе график, вот и действуй, дурачок. Почему не учат нас, что плохим быть так кайфово? Новый профиль я от вас родился как будто снова. Я иду, куда хочу, я станцую чу-чу-чу, или чу-чу отчебучу, или корки отмочу, или просто выпью чачи, или громко покричу, так, в общем так, или иначе, быть хорошим не хочу. Почему не учат нас, что плохим быть так кайфово? Новый профиль и анфас родился как будто снова в первый класс. Вот такую песню я написал какое-то количество лет тому назад, наверное, лет 30, я так думаю. Ситуация, я думаю, знакомая. Я надеюсь, что эта песня вам пригодится, понравится. Понравилось, уже понравилось и пригодится в будущем. Если вас так прижмут обстоятельства со всех сторон, что хоть в петлю лезть, когда насядут знакомые, начальство, близкие, родные, чужие, вы вспомните, что когда-то Новинский вам спел. Чему не учат нас, что плохим быть так кайфово? И шлите всех лесом. Пускай они идут лесом. И сами, в свою очередь, пожалуйста, тоже будьте к ним внимательны. Может быть, не стоит наседать лишний раз за какого-то айфона или за каких-то других вещей, шубы, не знаю, там, другой квартиры, ипотеки, не знаю чего. Не загоняйте своих близких в такую ситуацию. Пусть все равно близкий человек отдохнет. Может, вы обойдетесь без тех вещей, без которых действительно можете обойтись, чтобы
не потерять тех людей, без которых обойтись не сможете. Крепко вас обнимаю. Делайте перепосты, перелайки. И свободу политзаключенным. Ваш Новицкий. Я вас очень люблю. Пока. Что-то не сказал? Пока.